1-0. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! The Scorpion touch. Oh my God, an insane! Eriksen. Oh, what a strike! For the top! Oh my God! What a goal! It's incredible! К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лиги. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Привет вам с Группама Стадиум в Лионе. Погода здесь хорошая, поскорее бы начался футбол. Буквально несколько. Итак, состав Лиона. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Состав команды гостей. Тренер выпустил сразу трех центральных защитников. И атаки соперника, конечно, сегодня будет очень непросто. Восьмой им не было равных в национальном чемпионате. Но в 20 веке дела обстояли значительно хуже. Иногда Лион выигрывал Кубок Франции, но достать Марсель, Нант и Сент-Этьен в борьбе за золотые медали тогда не удавалось. Не получилось мяч сохранить. В защите мяч перехвачен. Очень хорошо он игру прочитал. Хороший прессинг и забирают они. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лиги. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Привет вам с Группама Стадиум в Лионе. Погода здесь хорошая, поскорее бы начался футбол. Буквально несколько. Итак, состав Лиона. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи.